Ирина Дубцова отметила в столице юбилей своей сольной карьеры, которая началась 10 лет назад с участия в музыкальном реалити-шоу. С тех пор в жизни певицы многое изменилось, апофеозом стал большой столичный концерт. Юбилейный концерт Ирины Дубцовой снимать было запрещено, так что звездным гостям пришлось поверить на слово. Публика пришла, наверное, увидеть ту певицу, которую они полюбили именно с той песни «Я к нему поднимусь». Я представляю, как она волнуется и какой трепет перед этим днем, перед этим событием. Лишь спустя несколько часов после концерта певица появилась перед камерами на афтер-пати. Я готова каждого расцеловать, каждому сказать спасибо, потому что для меня это не просто концерт, для меня это событие, к которому я шла всю свою жизнь. За прошедшее десятилетие Ирина Дубцова успела раскрыться и как автор песен. Она может проникнуть в душу женскую, вот прямо вглубь. Она чувствует своих исполнителей. Она меня почувствовала, она поняла, кто я, какой я. Когда мы с ней сотрудничали, мы с ней много разговаривали. Она так просто песни не пишет. Я ей раскрыла всю свою душу. Женская лирика, наверное, это Ирина Дубцова и музыка. И вот это надрыв такой. И, конечно, гости и друзья артисты не отказались и от просто теплых слов в адрес героини вечера. Назвать крепкими друзьями это сложно, к этому слову очень выборочно отношусь. Но то, что я к ней уважительно отношусь, это точно. Видимся, дружим, мы живем рядом, ходим в гости. К женщине счастье не приходит просто так. Оно приходит за что-то, заслуженно. И разве может быть для артиста счастье больше, чем признание звездных коллег, друзей и, конечно, публики? С вами Ирина Дубцова. С вами Стас Михайлов. С вами Алсу. С вами Зара. Вы смотрите Русонг ТВ. Вы смотрите Русонг ТВ. Русонг ТВ. Русонг ТВ. Вы смотрите Русонг ТВ.